Смотрите. В шоке. Всем привет! Мама, теперь смотри, как у нас PlayStation. А, ты новую тему? Что-то она не очень красивая. Вот, видишь, там она. Мне кажется, она не очень красивая. Так, еще. Ну, можно опять поменять. Вообще не красивая. Нормально. Чем мы там? Тебе что-то вон синяя вот эта. У нас она и была. Синяя. Ты хочешь, чтобы вот так вот выглядела? Да. Это слишком темно. Давай, то с частичками там было. Угу. Вот это мне нравится. О, желтый вообще топ. Давайте. По звездам. И вот это вот тоже это, красивое, вот да. Это... Желтое. Топ. Нет, Гриша! Топ черный. Топ черный, топ черный. Черный, черный, черный. Нифига себе. Всем доброго утра, ребят. Сейчас буду готовить завтрак из остатков теста фила. Хочу такой, как будто хачапури сделать с сыром. Промазываю слегка тесто вот этого фило сливочным маслом. Сейчас буду тереть сюда сыр. Еще один слой, в общем, еще два слоя. Здесь у меня двойное тесто. И сейчас еще два слоя накрою и буду делать на сухой сковороде что-то типа хачапури. Это, кстати, вы мне посоветовали в Инстаграм. Так, все, вот так вот получается. Сейчас сверну конвертиком, будем обжаривать. Это очень вкусный хачапури. Прям по вкусу, как настоящий, никакой там не ленивый. Просто на сухой сковороде обжаренный под крышкой. В общем, классный, спасибо. Спасибо огромное, что рассказали мне такой рецепт. И половинка шаурмы. Посмотрите, какая у меня прическа. Посмотрела на YouTube вчера, вывалился мне ролик. Знаете, как мыть голову, если волосы вьются как-то. Мытье головы для кудряшек, что ли. В общем, посмотрела, сделала. И гляньте, какие у меня кудряшки получились. Прям классные. Я прям очень довольна. Ну, для первого раза, мне кажется, пойдет. Просто здесь вот вперед как-то непонятно немного. Ну, а так мне очень нравится. И получается, все высохло вот естественным способом, а не феном. Поэтому я прям очень довольна. А сейчас мне нужно разобрать белье. Вот это вот снимала, сразу складывала. Сейчас все разберу, разложу. И буду еще вывешивать. Тут у нас, пока я болтала сейчас по телефону, Черника со мной заснула. Да, Черничку, ты моя красавица. На самом деле, я не очень люблю животных. Очень, не очень. Вообще, они меня даже раздражают. Но не знаю почему, но Черничка просто прелесть оказалась. Такая хорошая. Осталось только ее воспитывать, чтобы на стол не лазила. Но уже не лазит. Она так хотела, но пришлось ее поругать. Сейчас с Антохой я его забрала. Заехали в Пятерочку. Здесь мне надо было разрыхлитель купить. И ванильный сахар купила заодно. И разрыхлитель для теста. И вытащили в автомате вот такую вот прикольную девчонку. Ну, прям правда прикольная. За 10 рублей получается. С первой игры не вытащили ее, да? А со второй вытащили. Прям такая достаточно большая девочка. Не знаю, что я делала, но уже почти 3 часа. Нужно готовить кушать. Здесь у меня сваренный бульон. Сейчас я его процежу и буду готовить галушки. Еще у меня разморозилось куриное мяско. Здесь бедрышки, там голени или крылышки. Вообще просто подписала бедро, чтобы понимать, что это для второго. Хочу с гречкой вместе в мультиварке приготовить. И займемся тогда делами. Да, и еще сегодня нужно поехать подшить брюки. Родня нам подошьет, потому что переживаю, что она скоро родит, и мы не успеем подшить. Знаете, спокойнее, когда не нужно ехать в ателье,
Просто дома родня быстренько все сделает. Нужно только ленту купить. Сказала нам, где купить, поэтому куплю ленту и сегодня поедем. Хотела сейчас купить ленту, все почему-то закрыто. 2 часа вроде бы, ну, может быть, к вечеру откроют. Фух, так что готовим кушать, подшиваем брюки. И, в принципе, у нас уже все готово к 1 сентября. Осталось только еще Гришке постирать завтра рюкзак. Антошке же купили новый, хотя у него 2 отличных рюкзака, которые я бы не меняла. Они, правда, хорошего качества. Но он вспомнил, что Гришке в 3 классе покупали, поэтому тоже сказал, мне тоже нужен. В общем, за 1000 рублей в Динской купили. Но он такой походный, знаете, и Гришке, и Антошке подойдет, поэтому пусть будет, думаю. Сейчас готовим суп с галушками и гречку с курочкой. Здесь уже у меня гречка стоит на 25 минут. Вот 18 осталось, что? Ну да, да, наверное, вот это. Еще какая-то там жемчужина Кубани. Не знаю, пойди смотри. Ну, пересмотри все шкафчики. Ну, я тоже не знаю. В общем, здесь гречка доготавливается. Здесь сейчас закипят уже. Закипит. Ну, в общем, я воды добавила. Здесь будет суп с клёцками. Здесь приготовила 3 яйца. Каплю, ну, буквально там, не знаю, может, несколько столовых ложек воды, соль. И вот это вот тесто сейчас буду выкладывать в кипящий бульончик. И будут такие клёцки, и зелень добавлю. Здесь у меня обжаривается курочка. Уже в кастрюле для мультиварки я порезала лук и морковку. Сюда сейчас выложу курочку, потушу на режиме крупа вот 25 минут. И потом уже добавлю гречку и еще раз 25 минут, потому что эта курочка такая домашняя. И она, ну, то есть немного больше нужно готовить. Здесь картошка, морковка, лук в бульоне варятся. Сейчас буду уже делать такие клёцки и добавлять будет суп с клёцками. Ну вот, в общем-то, и все. Суп с галушками. И сейчас сюда осталось чеснок и зелень добавить. Гречка уже тут тоже вовсю бурлит. Ну все, супчик готов. Лаврушку еще добавила. Увидела, что у нас в кладовке висит целый веничек лаврушки. Вот один листик добавила сюда. Добавила зелень, петрушку и базилик. Или базилик и чеснок. Все, сейчас тоже в мультиварке будет все стоять на подогреве, чтобы было все горячее. Ничего, это... Вчера выпилили. В общем, пока делали, а из остатка фанеры выпилили себе. Это что такое, меч? Меч танца. И теперь черника. Они мне такое видели. И теперь черника с ним играет. Это странно. На, черник, подержи. А у меня еще, кстати, а у меня будет катана. Да? А у меня... Кстати, заплати 50 рублей, я тебе ее нарисовал. Нет. Риша, что за бизнесмен тут? Тогда сам перерисовывай. Ты сам сказала мне за деньги, так что... Я не говорила, мы вообще деньги не обсуждали, блин, надо будет поехать до тетеры. Я сейчас буду готовить штрудель, нарезала уже яблок, вот намыла тут всякие разные, мама принесла. Будем сейчас раскатывать слоеное тесто, яблоки, сахар, корица и все. Штрудель, яблочный пирог. А дети уже галушки едят. Подожди, сейчас по кадрам будем разбирать. Это что такое? А, сваты будем смотреть. По кадрам пытаюсь. Антошка уже собрала рюкзак. Это ты уже сложил книги или нет? Сложил, в общем, книги. Сегодня он нам сдавать. Все, определила яблоки. Немного кешью добавила. У нас было сахар и корица. И теперь все сворачиваем. И делаю такой же второй рулет. У меня тесто было, по-моему, дрожжевое. В общем, какое было в магазине, такое купила. А нет, это бездрожжевое. 2 рулетика готово. Сейчас буду все смазывать. Здесь у меня яйцо и молоко. Сейчас все помажем в духовку до готовности. Не знаю, 180 градусов, может, там на полчаса. В общем, буду смотреть. Так, а ну слазь отсюда. Быстро. Слазь. Я Антон. Сейчас Антон придет. Антоха пошел сдавать учебники сам. Сложил все в рюкзак. А там все родители. Не знаю, они уже в 3 класс идут. А там все родители. Детей почти не было. Ну, Антоха пошел. Все, Афоня ждет. Афоня. Все, заводи машину, давай. Че, уже Антон бежит?
Включи, пожалуйста. Гриш, выключи, пожалуйста. Антоха, а нельзя было обойти? А? Нельзя было обойти? Нет. Я специально стала тебе поближе. Ну что, ты все? Я была новых. Потом еще в другой день будет. Ага. Новый дневник дали. Новый дневник дали, ну покажи. Покажи. Такой же. Да, такой же самый, да? Будет. Банского нас, школьника. Нам еще не добудовали. А ну покажи. Ох ты, блатно, блатно. Угу. А ну красивые, полезли. Да? В этом да. году красивее. Да, обычный дневник, я думаю. Вау, класс, смотри, здесь карта уже. Угу. О, это не к добру, я представляю, сколько... А тебе, Гриш, же можно уже покупать любой дневник, который ты захочешь. О, май гаш. Покажи, покажи. Как его зовут? Ника. И сами придумали. Ты забирай щенка? Нет, он еще малюсенький щенок, чтобы его забирать. Да ты что говоришь? А вы знаете, да, хотя... А вон же кольцо баскетбольное сзади, вот. Вот, где? Вот, вот, желтенькое, синенькое. Не-не, вот, прямо, раз, вот, стой, вот, вот, кидай, кидай. А это качели? Опа, гол! Что? Хорошо, я сейчас приду. Я приду сейчас. Берусь, как нашла, Вера. Ой, наконец-то все под это. Так, мам, мы должны еще здесь померили, посидеть, чтобы я как минимум как катку в PUBG успел сыграть, потому что. Иди следи за Колей лучше. Померили, отметили. Сейчас будем обрезать. Вот это вот Гриша столько надо отрезать. Мне хочется плакать. И на вторых, наверное, столько же. Двое брюк, в общем, купили. Такой вот ткани классной, которую, мне кажется, даже гладить. Можно и не гладить. Это как раз Гришкин вариант. И без стрелок. Ага, здесь тоже полметра. Это нам просто надо успеть, да, родня? А то я уже так переживала. Думаю, мы еще успеваем подшить брюки или нет? Да, может, еще успеем. 10 Ну да, да, да. До 1 сентября еще же есть время. Но я помню, я так Афоню, когда... Афоню надо было рожать. Думаю, хоть бы не на Гришкино выпускной в садике, хоть бы успеть до выпускного, и бах, выпускной без меня в садике прошел. Да, да, да. Как получится. Это ж не последняя 1 сентября. Да у тебя же столько детей, родня. Что ты еще успеешь? И первого, и второго. И 1 сентября, и последнего. Да, и с 1 сентября, и с последнего. Вы знали такое? Привет. Зоя тут отдыхает, да, Зоя? С тетей Верой. Молодец. У нас такой просто сервис есть. Когда пришел в ателье, тебе все подшивают, а ты лежишь на кровати, да, Зай? Угу. И радуешься. Я не знаю, у вас есть это, такое, да? Ателье? Не просто стоишь и ждешь. Мама Гриша станет. И вот тетя Вера ждет на кровати со мной. Мы так лежим. Все уже, родня, что ли? Ну что там, родня? Все сошлось? Еще вы знаете, потому что Маргарита, она халтурит. Халтурит? А я думала, это про тебя так говорят, нет? Что ты не халтуришь? Потому что Маргарита все делает быстро. Она быстро собирает. Тебе даже не остается ничего, да? Маргарита все сделала? Маргарита халтурит, все быстро сделала, а Зоя даже ничего не осталось. Вот сегодня тебе что не осталось? Травы? Маргарита быстро все вырвала, да? Травы, лечим и груши. И тебе не осталось. Маргарита? Я с Зоей сейчас разговариваю. Серега быстро собирает. Серега быстро собирает. Маргарита быстрее Зои собрала лечу, быстрее вырвала траву. Вот халтурщица, да? Халтурит. Зоя ничего не оставляет. Да, Серега тоже так же. Да. И Серега точно так же. Покажи, покажи. Как его зовут? Никак. И сам
придумали. Вы забирать щенка? Нет, он еще малюсенький щенок, чтобы его забирать. Да ты что говоришь? А вы ночью? Да, хотя... Ну что, ребят, напоследок покажу прянички. Уже заканчиваю, почти 3 часа ночи, буду спать. Это для букетика на 1 сентября. Это свадебные. Такая вот девчуля будет. Вот такой вот заказ на 1 сентября. Такая вот классная бабулька. Третий раз ее делаю. В общем, она мне очень нравится. И замок вот такой вот. С цифрой, с лесенкой по рисунку ребенка. Так. И вот здесь вот еще будет My Little Pony. Такая вот корона и цифры. Ну, это все разные заказы. И цветы. Я уже буду заканчивать влог. Хочу вас поблагодарить за лайки, за комментарии. Обязательно оставляйте комментарии. Если я даже не отвечаю сейчас, то надеюсь, что будет время перед 1 сентября на все ответить. Но обязательно пишите что-нибудь, мне очень приятно. Даже если что-то неприятное, пишите, все равно приятно, что написали и потратили свое время. Все, всех люблю. Всем пока.